Тепловизоры, генераторы, средства связи, медикаменты, автомобили, тепловые пушки – это лишь часть помощи, которая поступает бойцам алтайских подразделений. Больше года назад Народный фронт запустил проект «Все для победы». Он нацелен на поддержку бойцов на фронте, а также мирного населения новых регионов. К проекту присоединились предприниматели и просто обычные жители края. Как итог, за год 650 тонн груза на сумму более 35 миллионов рублей. Это и конвои, и авиаотправки. Сейчас есть объемы и потребности, мы отправляли там и шансовые инструменты, потому что новые рубежи, новые укрепления. Есть сложности и большие потребности в резине. Дороги на тех направлениях, где они есть, они просто убиты. Также все продолжается, средства связи, потому что их приходится обновлять, тепловизоры, ночники. Помогает проект и жителям новых территорий России. И эта помощь уже приносит свои плоды. Регионы учатся жить по-новому. Есть там важная позиция, это очень радует. Когда нам нужна была рыба, вы нам ее дали. Сейчас нам нужна в большей степени удочка. Спасибо большой стране, которая помогает нам, то есть восстанавливает дорогу, восстанавливает инфраструктуру, а дальше мы уже сами. Сегодня проект расширяется. Сибирская медиагруппа стала партнером Народного фронта по организации сбора средств. Напомним, присоединиться к проекту и помочь может каждый. Для перевода средств необходимо просто отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на своих экранах. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.